Юные волонтеры трудовой бригады молодежного центра «Солнечный» и студенты индустриально-педагогического колледжа приняли участие в ежегодной экологической акции «Вода России». Взяв с собой перчатки и мусорные пакеты, они очистили территории береговой полосы Волги в районе улицы Портовая и в микрорайоне Цветочный, а также вдоль Грехова ручья и деревни Черкасово. Собрано почти 2 больших контейнера мусора. Это места традиционного отдыха населения. Проводя эти мероприятия ежегодно, мы отмечаем, что мусора стало гораздо меньше, но все-таки он есть. Значит, мы идем в правильном направлении для того, чтобы привлечь и волонтеров, и в обществе, и обратить внимание на состояние водоемов, ну и отношение к мусорной теме, что мусор бросать – это плохо. И очень отрадно, что нужно молодежь уже начинает это понимать. Мне очень нравится убираться для природы, помочь ей, так сказать, немножко. Потому что я сама для себя понимаю то, что я сделала небольшое доброе дело, хотя убрала совсем чуть-чуть. Организаторы субботника, посвященного Дню охраны окружающей среды, Управление эксплуатации Угличского водохранилища, администрации Угличского района и Улейминского сельского поселения. К акции присоединились специалисты Угличского участка ГИМС, Управления Росрыболовства и Департамента охраны окружающей среды и природопользования. У нас сейчас на планете проблема вот с пластиком, с тем, который ТКО, так называемое, твердые коммунальные отходы. Это культура, это наша такая вот проблема мировая. В океане, в реках вот, и так далее. Это все скапливается и губит жизнь. Поэтому мы с вами должны начать вот сегодня это дело очень правильно. Успехов вам и нам! Всероссийская акция по уборке водоемов и их берегов «Вода России» проводится по инициативе Министерства природных ресурсов и экологии по всей стране с 2014 года, в Угличе с 2019. В этом году уборку провели порядка 80 человек. В основном большее количество – это бычки. Вот все курят и бросают их прямо. Даже помойка рядом стоит, они не дойдут, просто кинут. Ведь миллионы бросают мусор, и поэтому хочется, чтобы все хоть на один день подумали о том, то, что вот я не хочу бросать мусор. И я не буду этого делать только потому, что хочу сберечь свою природу.